Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и сейчас выкатим из ангара VZ-122TM, которая появилась на продаже как отдельно, так и в составе довольно-таки прикольного набора с Action X в комплекте. Вот если брать в составе набором, то понятное дело, что получается гораздо выгоднее. Если брать по отдельности, то получается 17,5 тысяч за две голых тачки. Стоит также отметить, что покупая за 10 тысяч VZ-ху, вы реально существенно переплачиваете. Это мое честное мнение, которое обосновано следующим. Обратите внимание, данный наборчик, ну даже нет, не так, голая машинка, потому что слот в ангаре это не состав набора, это просто для того, чтобы вы тачку могли поставить у себя в ангаре, если вдруг места у вас не хватает. Так вот, за голую машину с вас просят 10 тысяч золота. При этом, буквально-таки недавно, как вы видите, продавался набор за 8,5 тысяч. Там, где можно было взять себе ВЗ-ху, отдельно для нее еще был камуфляжик, пускай и не легендарный, но все же, открытое все оборудование. И это 8,5. Сейчас продают за 10 голую тачку. Почему так решили? Почему настолько вздернули цены на данную машину, я лично не понимаю. Да и, в принципе, сама тачка не стоит 10 тысяч голды объективно. Ну, просто потому, что, допустим, за 10 тысяч можно взять ту же самую Химеру, и она будет играться гораздо лучше и гораздо интереснее. Там и альфа повыше, там и прочность получше. Ну ладно, не будем спорить по поводу ценника, каждый определится сам для себя, стоит за десятку покупать или нет. Мое дело выкатить данную машину из ангара и показать ее такой, какая она есть на самом деле. Обзор на Action X я уже выложил, вот ссылочка, переходите, посмотрите. Вот Action X это действительно must have, который стоит купить. Здесь же у нас, ребят, есть орудие в 400 единиц урона, что довольно-таки неплохо. Есть неплохое пробитие, хотя не самое идеальное. Есть ДПМ, который не сильно большой, потому что время перезарядки с оборудованием и амуницией составляет целых 12 секунд. И в игре это очень часто чувствуется. Очень часто не хватает скорости перезарядки данного ствола. Время сведения разброс, в принципе, в пределах нормы. И угол склонения орудия вниз минус 7 далеко не идеален. Ну вот такой вот полунеидеальный танчик на самом-то деле. Ну что, поехали, попытаемся машину заценить. Кстати, на VZ-122TM вот ссылочка на абсолютно честный обзор на данную машину. И плюс к тому, я добавлю эту ссылку обязательно в описании к данному видео. Когда вы перейдете туда, вы сможете там увидеть дополнительные катки на ВЗ-хе, вы сможете посмотреть на зацен брони, вы сможете посмотреть на сравнение с другими машинами, которые есть на уровне. Поэтому, если вдруг этого видео вам недостаточно для того, чтобы принять взвешенное решение, тратить ли вам свои золотые монеты на данную машинку или нет, обязательно переходите по ссылочкам, я больше чем уверен, что они вам помогут. Ну что, поехали, попытаемся машину реализовать. Не уверен я в том, что реализовать ее получится. Что-то как-то... Ну ладно, окей, хорошо, вроде бы. Решили ребята поддержать. Скорость поворота башни. Я бы не сказал, что идеально, но очень похожа на Химеру. В принципе, танчик в отношении орудия очень похож на Химеру. Но играется все-таки немножко похуже. Химера играется как-то проще. Не знаю почему, но, допустим, у Химеры гораздо больше рандомных рикошетов. Что касается угла склонения орудия вниз. Ну вот, надо подняться как-то чуть выше для того, чтобы попытаться склонить это орудие. И то, ребят, это не получается. То есть даже вот так вот стоя, я все равно не могу никого выцелить. Угол склонения орудия действительно печален. Разовая альфа, да, она очень классная, вопросов нет. А вот время сведения, пускай и не сильно страшное, но до идеала тоже не дотягивает. Хотелось бы, чтобы машина либо стреляла почаще, либо сводилась получше. А так получается абсолютно не нашим и в основном вашим. Абсолютно в пользу красной команды довольно часто приходится отыгрывать. Я имею в виду развениваться по ХП, я имею в виду промахиваться, я имею в виду не пробивать кого-то, если вдруг пробития не хватает. Альфа в 400. Очень годно помогает добирать соперников, ну просто потому что все, кто ниже 400, вот даже если там 390, то можете рассчитывать на то, что вы его вынесете в ангар и таким образом приблизите победу своей команды. Передвижение по карте далеко от идеала, но все-таки это средний танк, не легкий, и ожидать от него чего-то большего не приходится. Он даже в движении очень сильно похож на Химеру, то есть скорость, динамика, маневренность, все это такое впечатление, что ну чуть ли не слизано с Химеры. Но, как я уже сказал, отыгрывается абсолютно по-другому. Ну что, попытаемся
акула. Ай-яй-яй-яй. Угол склонения, блин, не позволяет нормально подъехать. Так, чтобы прям аккуратненько и не попасть под раздачу. Садим товарища на гуслю, но все равно успеет поремкаться. Я надеялся на то, что может кто-то из союзников как-то подскочит да поддержит, ну а меня продолжают пока разбирать. Если повезет, сейчас за камень спрячусь. Может еще и выживу. Да куда там? Понятное дело, что меня будет целить. Ну, короче, как есть, так есть. Я ничего не скрываю. Ну, вот такой вот он. Пробивается в верхний бронелист практически спокойно. Борта, понятное дело, картон. Ну, что касается башни, да, здесь довольно часто бывают рикошеты от самой башни. Но вот эти вот два лючка, один командирский, а второй, я так понимаю, для пулеметчика, который расчехлит когда-нибудь этот пулемет и будет отстреливаться от кого-то. Ну, вот они действительно... Бедолаги пробиваются довольно-таки часто. Ну и в целом, ребят, если вы находитесь рядом со своими соперниками, то понятное дело, что ваши лючки никто выцеливать не будет. Это разве что если вы от башни будете отыгрывать. Ну что, досматриваем бой, возьмем машину, попытаемся заехать еще в одну катку. Не могу сказать, что это истинный ВЗ, не то чтобы во всей своей красе, а просто это не совсем тот бой, который типичен был для ВЗшки. Она, безусловно, отыгрывается лучше. Это далеко не показательная катка, но, ребят, каких-то прям заоблачных результатов ожидать не приходится. В основном, даже если будут хорошие классные бои, то где-то в районе 2700 урона вы будете наносить. Что касается фарма, вот такие вот результаты с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт, без према была бы 21 000. Ну а что касается моей результативности по команде, то вот она, третье место с конца. Не могу сказать, что с боем повезло. Не сильно данная машина любит отыгрывать на каких-то неровностях, потому что угла склонения орудия недостаточно. От башни получается отыгрывать только находясь за какими-то укрытиями или какими-то небольшими холмиками, на которые вам нет необходимости подниматься, но при этом ваша тушка находится спрятанная за этим холмиком и, соответственно, не разбирается вот в этот огромнейший верхний бронелист. Вот в таком случае, да, от нее можно ожидать каких-то плюс-минус неплохих результатов. Считаю ли я эту машину must-have? Нет, ребят, не считаю, уж тем более я не считаю рациональной покупку за 10 тысяч этой тачки. Она просто по определению и объективно не стоит этих денег. Если бы ее продавали тысяч за 7,5, ну окей, хорошо. И это при том, ребят, что за 7,5 вы сейчас экшена можете взять. Где? Где хоть кто-нибудь? Сам себе светить абсолютно не хочу. Поддержки что-то я не сильно ощущаю. Тогда, когда можно за 7,5, за 8, ну пускай за 8,5 порой, пускай даже в голом состоянии взять себе такую машину, как та же самая Progetto 46, покупать за десятку в голом состоянии этот танчик, ну, я не вижу абсолютно никакого смысла. Вот она Химера, и вот непробитие по ней... Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Меня взяли в окружение. Стою как дурак за этими камнями. И ничего, ничего, к сожалению, сделать с этим не могу. Проезжаю вперед, получаю. Отъезжаю назад, получаю. Прикрыть меня, к сожалению, некому. Яга. Красавчик, помог. Точнее, Яга, говорю, G-Panzer. Блин, да что ж такое? Ладно, это прям грустно получается. Зайдем еще в одну катку. Это меня абсолютно не устраивает. Итак, друзья, поражение. На результаты боя даже смотреть не буду, потому что там, в принципе, заценивать нечего. Просто сразу берем машину, отправляемся в следующую катку.
и по результатам этой каточки уже будем подбивать итоги. Но забегая наперед, отмечу, что ВЗ-122TM удивит вас, но не настолько, чтобы радовать вас от боя к бою. Машина сложная, машина однозначно не для новичков. Машина для тех ребят, у которых в коллекции есть уже Progetto 46, Химера, Центурион и подобные машины, относящиеся к средним танкам. И если у вас все эти тачки есть и прям совсем купить нечего, а голды у вас очень много, тогда да, тогда возможно имеет смысл взять себе данный аппарат. Но так, чтобы брать его как первый средний премиумный танчик, ну однозначно, ребят, однозначно нет. Я со своих обзоров абсолютно ничего не вырезаю, поэтому вы увидите все те катки, которые были на обзоре, я не убрал их никуда и даже... Предыдущий бой, в котором сделал всего один удачный выстрел, останется на обзоре. Ну, просто потому, что это правда, правда жизни этой машины. И вот если вы попадете в такую ситуацию, то просто знайте, на что вы можете рассчитывать. Поверьте мне, если вы будете в такой ситуации находиться, играя на Химере, то толку будет гораздо больше. Может быть, вы сможете реализовывать данную машину неплохо и получать неплохие результаты по настрелу, если будете отыгрывать, что называется, в крысу... Хотя я не считаю это обидным, потому что некоторые машины именно в таком виде и есть необходимость отыгрывать. Ну, просто по-другому они не играются, и, возможно, они для этого и были заточены изначально. Так вот, играя в крысу, играя с поддержкой своих союзников, никуда не уезжая далеко, отправляя кого-нибудь светить для себя, хотя ты средний танк, тогда да, тогда вы на этой машине, вот как сейчас, допустим, я в этом бою, можете стоять себе где-нибудь, хорошо пристроившись, и набрасывать урон. И в таком случае, да, действительно, вы сможете накидать, как я уже говорил, в районе 2700, ну пускай 3000 урона, и быть полезным для своей команды, разбирая соперников и не обязательно добирая их, а просто нанося им урон и делая их шотными для своих союзников. Вопросов нет. Но все же, ребят, таких боев у вас будет на десяток, ну пускай 3, ну может 4, но так, чтобы прям от боя к бою фаниться и кайфовать, на это можете смело не рассчитывать. Стой на месте, да, я тебе пробью, а меня дальше АМХ поддержит, ну а я потихоньку сваливаю. Время перезарядки, наверное, является самым неприятным фактором данной машины. Если бы время перезарядки было хотя бы в районе, там, ну пускай 9 секунд, тогда окей. И при этом владельцы Химеры, наверное, им сейчас скажут, ты что, обалдел, а Химере оставить ее время перезарядки? Ну да, ребят, вот серьезно. Наверное, игралось бы на нем гораздо приятнее, и при этом он не был бы там прям намного круче той же самой Химеры. Сейчас попытаемся вот этого брата добрать, но опять-таки, перезарядиться бы мне. Где ты там? Ну вот даже вот сейчас, видите, мне не хватает угла склонения орудия. Я сейчас мог, в принципе, Супер Хеллкэта кинуть, если бы... У меня угол склонения орудия позволял, а так мне пришлось корпусом двигать для того, чтобы подстроиться получше. Ну и, соответственно, в таком случае уж достать его. Ну что, поехали. На нашем счету уже 3 косаря урона. Это, понятное дело, победа. Понятное дело, что фраг, потому что тут добирать особо нечего было. Ребята сопротивлялись как могли. Обязательно их сейчас похвалим. И вот это и есть тот бой, о котором я говорил. Тот, который будет происходить у вас где-то раз в 3, раз в 4 боя. Остальные бои у вас все-таки будут с меньшими результатами. 3264 единицы урона, 2 сделанных фрага, но по большому счету не добитка одного добрал. Что касается результатов по фарму, то за вот такие выдающиеся результаты, а я их считаю выдающимися, с премом 105 тысяч, а без према 72 косаря. И в таком случае, да, это довольно неплохой фарминг. Но помните по поводу того, что далеко не каждый бой будет с такими результатами для вас. Хотя, возможно, вы научитесь применять данную машину практически в каждом бою. Вот так, не выезжая куда-нибудь прям вперед, лоб в лоб к своим соперникам, и в таком случае, да, действительно, будете, ну, просто таким крутым перцем, у которого офигенная статистика игры на данной машине. Must have? Нет, не must have. 10 тысяч? Нет, не 10 тысяч. Честная цена, пускай 7,5, не более того.
А так, в целом, машина довольно неплохая. Покупать или не покупать, как обычно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. А если вы за честность, то подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А еще, друзья мои, сегодня приходите на прямую трансляцию, которая состоится вечерком, где я разыграю особые пропуска на август, которые помогут вам забрать все вот эти вот награды из Battle Pass'а этого месяца, в том числе и ауткаста, обзор на которого я уже сделал. Короче говоря, ребят, давайте будем дружить, подписывайтесь, ничего не пропускайте. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.